Сегодня Югра занимает 11-е место в России по автомобилизации. На 1000 человек приходится 327 машин. У каждого третьего есть авто. Если вы передумали находиться в рядах пешеходов и хотите пересесть на железного коня, то вам необходимо определиться с категорией прав и автошколой. Для управления легковым автомобилем необходима категория «Б». Автошколу выбирайте проверенную. Для заключения договора нужно подойти с паспортом, пройти медицинское свидетельствование на категорию «Б», два фото. Без медицинской справки мы не имеем права обучать, потому что есть противопоказания, но если человек решился обучаться, то лучше пройти медицинскую справку заранее. Медицинская справка для обучения вождению всегда платная. Цена колеблется от 1,5 до 2000 рублей. Пройти специалистов можно как в государственных организациях, так и в частных. Как правило, это занимает несколько дней. В соответствии с приказом 344Н от 2015 года для свидетельства на категорию «Б» необходимо пройти следующих специалистов. В первую очередь это психиатр-нарколог, офтальмолог. И заключение дает доктор-терапевт, либо врач общей практики. Когда все документы собраны, договор с автошколой подписан, начинается обучение. От 2 до 2,5 месяцев. Занятия разделены на 2 блока – теоретическая и практическая части. На уроках вам покажут основы первой медицинской помощи, расскажут об устройстве автомобиля и, конечно, объяснят правила дорожного движения. Завершится обучение экзаменами – практическая часть и теоретическая. Разделено на 4 блока по 5 билетов. Если в первом блоке 2 раза не отвечаешь, уже не сдал. Если ошибка в одном блоке там, и в любой пятерке, то плюс 5. Итого 30 билетов. Вторая часть обучения – практика. Сначала в полигон. Вам предоставят машину и личного инструктора. Он научит вас не только заводить авто, но и выполнять упражнения. Змейку, повороты на углах, парковку и многое другое. Но когда вы обретете навык вождения и будете готовы к суровым реалиям, вас выпустят в город. Сначала надо сдать теоретическую часть. После успешной сдачи теоретической допускается сдача на полигоне. После успешной сдачи полигон сдают город. Если вы побороли волнение и у вас все получилось, то свои права вы получите в день сдачи экзамена в отделении госавтоинспекции. Если с первого раза сдать не получилось, не расстраивайтесь. По законодательству вы можете испытать удачу через неделю. Итак, снова и снова, пока заветные права не будут у вас. Хорошего дня и легкой сдачи!